Союз нерушимый. Добрый день, в эфире программа «Союз нерушимый». Вас приветствует ведущий Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Интересная передача. У нас неинтересных не бывает, безусловно. Не бывает. У нас только интересные передачи. Мы сегодня приветствуем в нашей студии нашего коллегу, можно так сказать, да? Да, наш гость, который приехал специально по своим делам. И мы пригласили его к нам на передачу, потому что считаем, что то, что он делает, это очень интересно и полезно. И сегодня мы поговорим о его работе поподробнее. Да, наш коллега, я имею в виду журналист, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Азербайджан Рамин Мамедов. Рамин Гусейнович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Салам алейкум. Да, скажите, пожалуйста, алейкум салам. Да, что значит ваше имя? Рамин. Как переводится? Ага. Особо не переводится. Ага. Это... Поймали. Герой. В честь героя национального. Да, да, да. У нас был герой Советского Союза. Одного нашего писателя, старинного. Вот. Его, один из его героев был Рамин, парень, мальчик, а Вис – девочка. Ага. Вот отец меня назвал в честь этого героя Рамина. Ну, я так понимаю, на Кавказе распространенная, да, традиция в честь вот именно героев, честь знаменитых называть людей, знаменитых, да, людей, исторических каких-то вот таких национальных героев. Давайте поговорим о цели вашего визита. И тут уже, пожалуйста, перейдем... Как непосредственно во время встречи днем, да, Рамин Гусейнович спросил, а какими такими ветрами вас забросило, значит, в наши края, да? Так, во-первых, я вас благодарю, очень благодарен, что вы меня пригласили на студию. Огромное вам спасибо. Это взаимно. Мое любимое занятие, это мое любимое дело. Первым делом я должен сказать, что... С 1979 по 92 год я жил и трудился в Тюменской области. Кроме своей основной работы, занимался любимым делом – укреплением дружеских отношений между народами. В советское время это была какая-то любимая тема. Не только между русскими и азербайджанцами? Нет, конечно. А вообще, в принципе? Я выступал постоянно. Там, значит, около 200 моих выступлений в российских газетах. Рамин Гусейнович не просто коллега-журналист, он еще и с нами коллега по укреплению межнационального согласия. Да. Я в основном в свободное время от работы, а работа основная у меня была очень строгая. Я стоял на охране правопорядка. А, вы правоохранитель? Да. Да. И образование... Раньше вы служили в милиции? Да, я образование получил в Свердловске. И образование соответствующее? Да. Школа милиции, да, наверное? Закончил юридическую школу милиции в Свердловске. Политический университет в Тюмени. Двухгодичные курсы журналистики в Нижневартовске. И в настоящее время вы в отставке? Я в настоящее время. В каком звании? Значит, после того, в звании майора. Майор. После того, как еще около 15 лет служил в азербайджанской полиции, в рядах азербайджанской полиции, я вышел на пенсию. Сейчас я пенсионер. У меня еще больше времени, чтобы укреплять дружеские отношения между нашими народами и странами. Мне очень странно тянет поговорить о том, кому лучше живется, российским или азербайджанским пенсионерам. Ну ладно. Нормально, одинаково. Нормально живет. И тем, и другим. Да. Вот. И когда я жил в Тюменской области, как я уже сказал, я все свободное время свое посвятил вот этой работе. Был внештатным сотрудником многих газет. В частности... Местных тюменских или каких-то российских изданий? Значит, в городских, нижневартовских и тюменских областных газет. Но и я выступал, отправлял письма, свои материалы в «Комсомольскую правду», в «Правду», в «Красную звезду», в журнал «Советская милиция». Это все, это все публиковалось, соответственно, да? Да? Можно найти, да, статьи за вашим авторством. Можно. Я выступал часто по местному радио, на местное телевидение нас приглашали вот по этим вопросам, по укреплению дружеских отношений между нашими народами, между всеми народами, которые жили в Советском Союзе. И когда я уже в Азербайджане вышел на пенсию, пока служил, раз в год ездил в Россию. С
свой отпуск проводил здесь, в городах России, собирал материалы о наших соотечественниках, независимо от национальности, писал книги, писал и об истории наших дружеских отношений, то есть дружеских отношений наших народов и стран. Рамин Гусейнович, уточните. В конечном итоге, да. Скажу, в конечном итоге я систематизировал все свои материалы и книги, вот выпустил такие уже «Сыны страны огней в истории России». «Сыны страны огней в истории России». Да, это первое издание. Это символическое название Азербайджана. Да, это второе издание, а это третье издание. Вот так вот. Да, мы передачу нашу записываем на видео, и можно будет издание это увидеть. Да, скажите, я поэтому показал. Скажите, пожалуйста, а что отправной точкой послужило? Вот, почему вы почувствовали такую тягу к работе в рамках укрепления межнациональных отношений? Я вам скажу честно. Скажите, пожалуйста. Я вам честно признаюсь. Об этом много раз мне задавали вопросом, и я ответил честно, как было. Ведь многие люди живут, не задумываясь об этом. Ну, как-то вот, да. Я вам скажу. Я с детства занимался журналистской деятельностью и готовится писать рассказы, художественные произведения, да, небольшие, а потом, видимо, большие надо было писать. И когда я призвался в 76 году в армию, в ряды советской армии, я служил в Псковской области, недалеко от города Острова, в лесу мы служили, в таких серьезных частях, в артиллерийских, ракетных. И я заметил, что из многих регионов России молодые ребята, когда я говорю о своих земляках, они думают только о тех, кто стоит на рынках. Я вам вот признаюсь честно, это все так было. В смысле, торгуют той или иной продукцией? Да, да. С этого дня я, конечно, побежал в полковую библиотеку. Я с тех времен еще занимался энциклопедическими книгами. Я притащил им эти тома большой советской энциклопедии, красные книги. Тогда уже несколько томов выходили. Это третье издание большой советской энциклопедии. Было в 76 году. Я им показал Узейра Гаджибекова, Кара Гараева, это великий композитор Азербайджана и так далее. Я говорю, вы о них знаете? Да. Они сказали, нет, мы не знаем. Посмотрите, это великие люди. Вовсе не торговцы. Да. И вот после того я много раз в этом убедился, что мы друг друга плохо знаем, друг о друге достаточно не знаем. И я свое творчество направил вот в этом направлении. В этом направлении я начал заниматься творчеством. А вы тогда, ну, эмоции, хотелось бы, чтобы прозвучали. Вы какую-то обиду почувствовали вот за свой народ? Я знаю, что так он, вот, я даже не знаю, не ограничен, а вообще никак уже, получается, знаете, не представлен в голове. Что меня задело? Эти молодые ребята не знали, что благодаря бакинской нефти мы выиграли Великую Отечественную войну. Это был серьезный ход, конечно, да. И неспроста немцы туда рвались. Да, да. Живая сила, это, в основном, это факт, да. Живая сила в основном была из России, это мы знаем. А нефтью-то обеспечил Азербайджан, они не знали. Они не знали, что 127 человек из Азербайджана стали героями Советского Союза. Из них 43 во время Великой Отечественной войны. В год Великой Отечественной войны. Да, ну более 600 сегодня, тысяч человек, да, были сегодня призваны. Сегодня вы спросите у любого, даже у многих азербайджанцев, не говорю уже о русских, они не знают, что кто из азербайджанцев есть герой России. Герой России. Да. О, который поднял в Северодвинске судостроительный завод в лихие 90-е годы. Ельцин ему присвоил героя России. Давайте Давуд Пашаев. Давуд Пашаев. Давуд Гусейнович Пашаев. В 1940 году родился в Подмосковье. Умер в 2010 году. И много таких, кто руководит журналом номер один России сегодня, уже 31 год, член-корреспондент Российской академии наук Ахмед Искендеров, главный редактор журнала «Вопросы истории». Ага. Вы знакомы с ним лично? Академического. Конечно. Академического журнала, со всеми ими встречался, сфотографировались вместе. Кто нашел сибирскую нефть? Фарман Салманов. Кто 25 лет руководил космосом?
Советского Союза, Керим Керимов, генерал-лейтенант. Да-да-да. И так далее, и тому подобное. Там, также в Азербайджане, там, я вам скажу, русские. Не перечисляя там всевозможных, да, звезд эстрады, да. Да, и так далее. Да, еще, да, вы знаете. Да. Я думаю, да, не надо, да, нет необходимости, угу, всех их перечислять. То есть, угу, многие... То есть определяющие сферы, да, космос, значит, нефтегазовая промышленность. Да. Да. В течение 8 лет азербайджанец Сабит Оруджев с 1972 по 1981 год являлся министром газовой промышленности СССР. Ну, все логично. Да. Регион, где есть, так, теперь я вам углеводороды. Да. Я вам могу рассказать, да, какие у нас взаимоотношения очень теплые, очень дружеские, очень братские с русской общиной Азербайджана, угу, которая является самой крупной общиной на Кавказе, угу, в Азербайджане. Ну вот хотелось бы, да, чтобы, да, мы подходили этому, да, да, вот, с точки зрения обычных людей, там, да, не затрагивая там особо какие-то вопросы политики и так далее. Как, да, обычно, не, нам как, зачем вмешиваться, да, в политику? Как обычные, просто, люди, как, да, обычные, как обычные люди, люди живут. Да. Об обычных делах, об обычных людях, угу, рассказать. Вот я, например, когда уже перевелся в Баку, я сразу же, через год образовалась русская община Азербайджана, и я сразу же с ними наладил контакт. Это какой познакомились. Год? Это был 1993 год. Угу. Кстати, мы в этом году отметили 25-летие. Угу. И они книгу издали, по-моему, «Нити дружбы» называется. «Нити дружбы» называется, да. Русская община издала вот такую книгу, там распространяли, нам подарили, если точно сказать. Uh-huh. Вот, очень у них хорошее, приличное мероприятие было. Меня тоже пригласили, я участвовал там. Я участвовал на всех их съездах русской общины Азербайджана. Uh-huh. А вот были представители из России? Были. Были? Были очень авторитетные. На каком авторитетные уровне? Авторитетные? Да, депутаты были даже на их... Государственной Думы, да? Да, я помню даже в 2009 году, когда у них был второй съезд, там были и депутаты Государственной Думы, и другие авторитетные гости, и из регионов России, и так далее, и тому подобное было. Да. Что представляет собой русская община в Азербайджане? Сколько человек, чем она занимается непосредственно? Я скажу, на сегодня 150 тысяч человек. Ого. Да, я там скажу. В процентном соотношении, если смотреть русские в Азербайджане, это по населению я имею в виду. 9 миллионов. Да. 9 миллионов. Сегодня 150 тысяч. Угу. Значит, председателем русской общины Азербайджана является Михаил Юрьевич Забелин. Я должен сказать, что он очень-очень объективный человек, очень, самое главное, воспитанный человек. Интеллигентный. Очень интеллигентный. Когда он разговаривает, просто хочется вот стоять так и слушать его. И сам он человек очень порядочный. Он с Гейдаром Алиевым вместе долгие годы, они работали в ЦК Компартии Азербайджана. И он организует все эти мероприятия. Книгу, вот я отметил, по-моему, да, или вам я сказал, что выпустили они книгу «Русские в истории Азербайджана». Угу. Это, конечно, очень авторитетно. А скажите, пожалуйста, какой статус у русской общины в Азербайджане? Насколько я понимаю, вот диаспора, например, у нас как общественная организация регистрируется. Да, это, да, как общественная организация. Тоже общественная организация, да? Общественная организация, угу. Но если президент еще удостоился стать депутатом парламента нашего, угу, у нас «Милли Меджлис» называется, угу. Михаил Юрьевич Забелин является депутатом, да, Милли Меджлиса, да, Азербайджана. Ну, как азербайджанского парламента. Угу. Тут, да, уже, да, факт, угу, сам о себе говорит. Угу. Вот он как раз из нашего района, где я живу, это Бакинский район, угу, городской район, Кардакский район. Угу. Уже три созыва он избирался из нашего района. Когда выдвигали его, угу, кандидатуру, я с удовольствием участвовал в его пропагандистской избирательной кампании. Меня каждый раз пригласили. Я выступал перед общественностью.
и рассказывал. Ну, вот эта компания, насколько я сейчас отдаю себе отчет, это некая декларация чего-то, да? То есть некие ориентиры, некие принципы. Вот можно сейчас основные озвучить? В них наверняка заложена вот общая концепция жизни русской общины в Азербайджане. На что делается упор, на что делается ставка? Вы знаете, даже... вот, там, сохранение русского языка, да? Трудно, что... Поддержание. Давайте просто спросим. Я вам скажу, тут лишнего говорить не приходится. Угу. Они, конечно, во-первых, русский язык, я думаю, у нас даже не надо стараться сохранять. Угу. Русский язык у нас сохранен на высоком уровне. Вот на сегодня у нас в Азербайджане свыше 400 школ. Русских школ, на русском языке там преподаются только. На сегодня у нас филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. На сегодня у нас университет славянский. Существуют они все вот в данный момент. На сегодня у нас во многих... То есть славянский это не только русские? Нет, как называется? Славянский университет? Название Славянский университет. Нет, просто Бакинский. Славяне, понятие-то обширное. Ну да, Бакинский, Славянский университет, так и называется. Мы-то представляем, что самые, ну, азербайджанцы, я имею в виду, что русские самые многочисленные представители славянства, восточного славянства. Филиал Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. В других наших высших учебных заведениях, скажем, в Бакинском государственном университете. Азербайджанский или Бакинский он называется? Азербайджанский? Бакинский раньше назывался азербайджанским. Бакинский госуниверситет. А сейчас Бакинский государственный университет. БГУ. И там? Да. Русский сектор? Там русский сектор. Я хотел сказать, что вот в других этих вузах русский сектор. Потом, у нас, если в советское время выходили что газеты... Что значит русский сектор? Там обучение на русском языке, да? Ну да. Все предметы на русском языке. Да. В советское время, если у нас газеты выходили центральные, вот «Бакинский рабочий», «Вышка», журнал «Литературный Азербайджан» и другие некоторые газеты, журналы. А на сегодня у нас, мне кажется, в 3-4 раза больше выходит на русском языке газета и журнал. Угу. Например, «Бакинские известия», «Местное время» и так далее и тому подобное. Вот «Мир литературы». Тот же журнал продолжает свою жизнь. А если говорить о русскоязычных СМИ другого формата, радио, телевидение, интернет? У нас интернет, по-моему, много, сколько я знаю. А вот по центральному телевидению... АСТВ называется, азербайджанское телевидение. Там полчаса, если не ошибаюсь, 25 минут или полчаса. Ежедневно на русском языке передается. Полчаса в каждом часе имеется. А по интернету я тебе, наверное, справочку дам. То есть любые ресурсы смешные в Азербайджане. Трехязычные. Трехязычные. Азербайджанский, английский. Русский и английский. Английский. Да. То есть нажимаешь кнопочку, и все статьи выходят на русском языке. Либо И кроме этого, у нас в Баку кто приезжает, они все говорят, когда уезжают, говорят, я думал, я в русский город попал. В Баку в каждом шагу на русском языке разговаривают. И молодые, и люди в годах. Особенно люди в годах. Да. Так что вот насчет этого у нас на сегодня такое положение. Рамин Гусейнович, а как насчет, хорошо, язык, понятно, сохранение. Как насчет культуры? Русской культуры. В данном случае русской культуры, да, в Азербайджане? Сохранение именно русских традиций. Вот я вам скажу, да. Во-первых, в Азербайджане, я сколько помню, вот послы российские, они как будто все это, их специально выбрали и отправили в Баку, да? Такие интернациональные, такие культурные, такие дружелюбные люди. И они, мне кажется, хорошо, все равно они какое-то влияние оказывают, мне так кажется, да? Чтобы еще крепче стала наша дружба. А вот смотрите, в Баку рос зарубеж-центр. Они проводят большую работу, разные мероприятия. Культурные мероприятия. В Баку центр русской культуры.
существует. Существует. Как он выглядит? Хочется узнать. Это какое-то здание, здание отдельное. На какую улицу находится? Значит, я вам скажу. Я это хотел сказать, что раньше был проспект Ленина, а сейчас проспект Свободы называется просто. Там ну, тоже хорошо, да. Большое помещение. Я даже вот туда мы вошли, я помню, из Рязанской области, из телевидения приезжали, у них интервью брали. Вот тогда я там был, в этом помещении. Ну, там много комнат. Я не считал там сколько, но видно было, что большое место. Ну, я же, как говорил, русская община Азербайджана и других там общественных организаций много. Российских. Театры. Да, и вот вы сейчас скажу, театр там имени Самеда Вургуна, русский драматический. Русский драматический театр. Да. И находится? И находится прямо в центре Баку. В центре, в самом таком видном, хорошем месте. И вот одно из украшений, можно сказать, да? Столица Азербайджана. Я просто спросил, я знаю где. Я просто специально спросил. В центре, да. В очень красивом месте, рядом сквер, такая прогулочная дорога. И, ну, просто такое, в общем, место отдыхательное, скажем. Потому что съезды русской общины Азербайджан тоже там проходили. Вот я понятно. Там... смотрел, находился вот на съездах, когда видел еще раз. И вы спросили, вот, по-моему, подразделение русской общины Азербайджана. Подразделение во многих городах. В городах Кенджа, это второй город, вторая столица нашей республики. В городах Линкарань, в городах Мингечаур, в городах Сумгаит, Али-Байрамлы и других городах есть региональные отделения русской общины Азербайджана. Ну и в самом Баку, во всех районах, там 12 районов столицы, во всех районах есть отделение русской общины Азербайджана. А можно немножко вот еще коснуться деликатной темы, как межнациональных браков, да? Да. Вот явление такое существует? Ассимиляция? Это об этом, я вам скажу, много написано в этой... И мы много об этом говорили. В книге «Русские в истории Азербайджана» очень много там сказано, что азербайджанцы у русских и русские у азербайджанцев многое переняли, хорошее, в хорошем смысле. Совместных браков и были совместные браки, и сегодня... продолжаются, увеличиваются. Мне кажется, это из-за того, что у любви нет границы. Хорошая фраза. Да. У любви нет границ. В том числе национальных границ. Ну да. Но да. Это уже, мне кажется, обо всем говорит. Да. Тут человек любит, будь то немка, будь то русская, будь то татарка, азербайджанка, любите все, да. Уж извините, что поинтересуюсь, а ваша супруга, там, памятуя о том, что вы долгое время в Тюмени моя работали. Супруга, да. Моя жена русскоязычная. Она, ее зовут Роза. Роза. Фамилия Мамедова. Она в Баку закончила русскую школу. Училась в торговом техникуме. В техникуме советской торговли. Но не любя. Вот поэтому просила... Без желания. Без желания. Она очень хотела быть врачом. И я помог ей закончить... медицинский? Как называется? Не, на уровне техникума. Ну, скажем, медицинский техникум. Училище у нас это называется, колледж, то есть среднее профессиональное образование, да, мы имеем? Да, колледж. На уровне техникума. Раньше назывался... медицинский техникум. Работает медсестрой в скорой помощи. В скорой помощи. Да. Так, у нас подошло время небольшой рекламы. Рамин Мамедов, пожалуйста. Член Союза писателей и Союза журналистов Республики Азербайджан. Сегодня у нас в гостях в программе «Союз нерушимый». Мы скоро вернемся. «Союз нерушимый». Итак, у нас программа «Союз нерушимый». Сегодня наш гость Рамин Гусейнович Мамедов, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Азербайджан. И мы говорим о любимом деле и деле, можно сказать, всей жизни Рамина Гусейновича. Он всю жизнь, как мы поняли, хотел посвятить
укреплению межнациональных отношений, межнационального согласия. И он показывал нам свои книги, значит, которые посвятил азербайджанцам в России. И сейчас мы разговариваем с ним, продолжаем наш разговор о том, о русской общине в Азербайджане, которая достаточно большая, самая большая за Кавказе. Да. Вот. И как им там живется с точки зрения культуры, языка и других мероприятий, да? Им там живется неплохо. Об этом они говорят сами, во-первых. Во-вторых, извините, я небольшую оговорку сделаю. Мои книги посвящены не только азербайджанцам России. Мои книги посвящены выходцам из Азербайджана, независимо от национальности. В этих книгах есть и русские, то есть тем, кто родился в Азербайджане, да. Да, например, есть евреи. Да, евреи, да. Конечно, лауреат Нобелевской премии Лев Ландау, покинет. В Баку установили мемориальную доску на доме, где он родился. Ну, я думаю, все знают, кто такой. Ну, конечно. Да. Ванников Борис Львович. В год войны нарком вооружения. Генерал-полковник в Баку, в самом хорошем месте, ему установили памятник. Пушкину, естественно, в Баку, в особом хорошем месте. Установили. Тоже памятник. Ну, Пушкин выходец не из Азербайджана, да? Я имею в виду об отношении, я имею в виду. Это я. А вот вы говорили еще про одного из знаменитых докторов, который про доктора Елизарова, да? Доктор Елизаров, академик Елизаров, Гаврил Елизаров, родился в Азербайджане. Это тот самый, в честь которого, в частности, аппарат назван. Да. Елизаровский. Восстановление конечности. Он тоже родился в Азербайджане. Елизаровский аппарат. Вот в Кургане известная клиника, все вы знаете об этом. Так что много таких можно назвать. Рамин Гусейнович, вы уж простите, может, я сейчас какую-то крамольную фразу произнесу, но раз так хорошо русским в Азербайджане живется, может, нам всем туда переехать? Можно. Сказал Рамин Гусейнович, чуть ли не добро пожаловать. Да. Нет, просто я к тому, что все равно ведь возникают какие-то вот спорные, возможно, проблемные моменты. С чем это связано? Насколько они легко устранимые? Может, это просто какие-то вот проблемы недопонимания какого-то? Я вам скажу. Да. Поближе, пожалуйста, к микрофону. Я вам скажу. Видимо, в жизни всегда, к сожалению, такие проблемы были. То есть, когда я жил и работал в Тюменской области, в 1987 году в городе Тюмени в открытую начали вести кампанию против тех людей, которые приехали, как тогда назвали, работать туда с Кавказа. Даже, это не знаю. Компания была организованная, спланированная? Наверное, если 400 человек. Это я людям из Москвы, из Ленинграда, из Баку рассказывал, они сказали, не может быть такой. А их лозунги даже вывели на страницы газеты, в частности, газеты «Тюменский комсомолец». Под лозунгом «Бейте черных, свободу России». Но в Баку, к счастью, таких вещей не было. В Баку в 1990 году, 20 января, по указанию Горбачева, ввели войска, истребили людей. Погибших только 150 человек. Это официально. Но и московская пресса в то время, по указанию Горбачева, ни слова не писала об этом. Через 3 месяца только писали известия, центральный орган Верховного Совета Советского Союза тогда, и прибалтийская газета «Советская молодежь», что в Баку действительно творили военные. Но после этого, мне кажется, нетрудно представить, что может случиться что угодно нехорошее. Но наша интеллигенция во главе, скажем, таких писателей, народный писатель Бахтияр Вахапзаде, он прямо и по телевизору выступил, и по радио, и в газетах, что это кто-то специально хочет создать вражду
между нашими народами, с русским и азербайджанским народами. И народ остановился. Конечно, многие, некоторые, особенно семьи военнослужащих из русских, уезжали, но как тогдашний президент нашей республики с 93 года руководил нашей республикой, уже второй раз пришел к власти Гейдар Алиев, он отметил в своем вступлении и не один раз в своих выступлениях, что многие те, которые уезжали в города России, они вернулись обратно в Баку. А ну после того, я помню эти призывы. Да, после того у нас, слава богу... Ну, неспокойное было очень время, конечно. Да, это неспокойное время бурлило было. Просто. А так у нас таких призывов, таких событий не было. И не ожидается, слава богу. У нас насчет этого очень с радостью я хочу отметить, что насчет этого у нас очень хорошо. А как насчет представителей вот религий разных? Мне кажется... Ну, четкий вопрос, может, как РПЦ, собственно, как представлено, да, представлено, да, в Баку там? На высоком уровне, я могу так сказать. Потому что там по телевидению часто показывают, и в средствах массовой информации тоже пишут, как они встречаются, вот, руководители еврейской, христианской и мусульманской общин. Это крупнейшая, да, религиозная, да, община Азербайджана? Да, да, шейх, шейхул ислам, Пашазаде. Ну, правда, я других пофамильно не помню, но я знаю, что на всех мероприятиях они всегда вместе, и насчет этого у нас никаких плохих ни слухов, ни событий я ничего не слышал. То есть демонстрируют, ну, не просто демонстрируют, но еще и реально соблюдают единство, да? Да, единство. Насчет этого мы счастливы, что президент и другие руководители, скажем, министерств, других учреждений за этим всегда следят. Насчет этого у нас не зря, вот я часто слышу, в других странах даже пишут, говорят, что надо изучать практику Азербайджана насчет толерантности. У меня еще вопрос. Мне хочется про детей еще. Вот Азиз Алиевич неоднократно в этой студии во время наших программ вспоминал свое советское детство. Да, Азиз Алиевич? Да. О том, как играли вместе все ребята, тоже вне зависимости от национальности, во дворе, там, ходили друг к другу в гости, отмечали вместе праздники и так это далее. Это факт. Это по-прежнему это так вот в Азербайджане, да? Расскажите поподробнее. У нас... Да? Я вам скажу, да, мне так приятно было, когда из Рязанской области в 2009 году вот из телевидения приезжали, НТВ там тоже вот называлось телевидение, и они меня пригласили, чтобы я тоже с ними присутствовал, куда бы мы ни ходили. Они рассказывали, и то, что они рассказывали, я вижу своими глазами. Жив я уже с 92 года в Баку, 26 лет. До того я жил с 72 года в Баку. И с 92 по сегодняшний день я живу в Баку. Вот когда Пасха, например, в нашей семье, у моих соседей, мы готовим вот эти сладости, которые русские готовят, славяне готовят, да, и раздаем соседям. Когда наши праздники национальные, Навруз? Религиозные, Навруз, точно так же они готовят, раздаем друг другу, ходим друг к другу в гости. Я вам скажу, насчет этого абсолютно никаких проблем, я даже не думаю, что может случиться. Абсолютно проблем нет. Мы друг друга поздравляем, друг к другу ходим. И так далее, и тому подобное. А так на бытовом уровне, не знаю, сходить к соседу, там, соли попросить, не знаю, спичек попросить, это без проблем все тоже? Не, я вам скажу, что никаких проблем. Может быть, это из-за того, что мы еще с давних пор жили вместе в Баку. Ну, как тогда известно было. Я еще не рассказывал, Володе, когда в прошлом году, мы ездили с супругой в Азербайджан и решили наконец-то посетить село Ивановка.
Да-да-да, мы вспоминали о нем в нашей передаче. Представьте, единственный колхоз. Да. Ивановка. Ивановка, да. Это где-то рядом с Баку, да? Там нет, 200 километров. Ну как, рядом, да, по российским меркам. Да, да, там да. живут староверы или молоканы, кто там? Ну, ну говорят, короче, молоканы. Молоканы. Да, и, значит, мы вышли, прогулялись по улице, там, смотрим, сидят, как бы, бабушки, одетые по-нашему, там, и в домах, так сказать, тоже похожие на русские, так сказать, наши дома. И чуть-чуть поздоровались, разговорились, и так, как бы, вот эта женщина русская, она говорит, ну, пойдемте чаю попьем. Вот так. Угу. Все. Мы только вот пару слов как бы сказали там друг другу. И все. Пойдемте домой, чаю попьем, что тут вроде как. И пошли. Мы пошли чаю попить. Нас накормили. А в России же, когда приглашают. Нас накормили сразу, как бы, обедом. По-моему, в России, когда приглашают, пойдем чай попьем, не говорят. Пойдем или покушаем, или что-то по-другому. А у нас даже было раньше, ревизор приезжал из Москвы, в Баку. Ага. По окончании работы ему говорят, пойдем чай попьем. Он говорит, нет, я чай не люблю. Второй день снова, пойдем чай попьем. Он, да нет, я не люблю. Третий день, когда приглашают, он говорит, да пойду посмотрю, что за чай у них. Он и домой, тут началось. Там чего только нет. А четвертый день он сам напросился, говорит, пойдем снова чай попьем. Да, безусловно. Минута у нас буквально остается. Рамин Гусейнович, ну, чувствуете в себе силы продолжать эту деятельность, что от вас зависит, что считаете возможным, вы будете добиваться своего. Есть еще мне уже работа в этом отношении? Мне уже 62-й год прошел. Я думаю, что пока чувствую, что пока силы есть. Самое главное, желание есть. И еще главнее, что мне никто не мешает. Наоборот, меня поддерживают и в России, и в Азербайджане. Я буду свою работу продолжать и буду заниматься поисками своих соотечественников, как я уже отметил, независимо от национальности, кто родом из Азербайджана, живет в жил или живет в настоящее время в России. И для наших стран что-то сделал. Будь то он рабочий, будь то он академик. В моих книгах ему есть место. А работе по укреплению дружбы между народами и странами, мне кажется, всегда есть место. При любых условиях и при любых общественных формациях. Я думаю, что это важная работа. Мы еще, наверное, скажем, наверное, уже заканчиваем. Ну, я так понимаю, успеем, да, сказать, да. Мы еще скажем про фонд «Азербайджан», который организовал, да, ваш приезд в этот раз и помог вам с этим, да? Да. Благотворительный фонд «Азербайджан», который возглавляет Ильнур Гусейнов. Да, Кировский благотворительный фонд «Азербайджан». Да, потому что это важную работу вы делаете и для России, и для Азербайджана. Спасибо вам большое. И да, спасибо. Заканчиваем. Да, заканчиваем на этом передачу. Но время наше истекло, к сожалению, уже. Так, да. Рамин Гусейнович Мамедов, член Союза писателей, Союза журналистов Республики Азербайджан. Спасибо вам большое. И вам большое спасибо. Да. Спасибо Ильнуру Гусейнову, что он пригласил меня сюда. Спасибо вам большое, что выделили время и побеседовали со мной. Успехов всем нам. Да здравствует дружба народов, да? Да. Да. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Союз нерушимый.